Коллекция игрушек Сливки. Вот этого она уже распотрошила. Всю вату достала оттуда. Это какой-то вот в один день она начала уничтожать самые любимые свои игрушки. Волк тоже пошел под раздачу. Ну, вот у него вот эта вот хрюкалка. Все, не работает. Тоже вату достала. Вот это вот, видимо, долговечная игрушечка. Это вот такая вот у нас проблема. Это было в первый же день покупки этой игрушки, но она дальше не рвет. Ей нравится она. Нормально все. И бобер. Бобер все так же таскается, без повреждений. Супер, замечательно. Сегодня мы заменили ей вот эти вот игрушечки. Эти, наверное, нужно уже выкинуть, так как они уже такие потрепанные. Новые игрушки у Сливки. Иди сюда, Слива. Смотри, что там. Смотри, что там. Смотри. Просто невозможно пройти мимо игрушек, когда знаешь, что ребенок будет счастлив. Какая игрушка. Какая игрушка, смотри. А вот это, смотри, какая. Ну, это вообще из фикс-прайса. Нет, какой фикс-прайс, господи. Фамилия. Такие вот игрушечки собачьи. Прикольная штука. Ну, шуршашка. Шуршашка, конечно, лучше. Ой, как мне нравится Сливки. Ой, как нравится. Сливка тут забастовку устроила. Ей больше понравилась игрушка котиков. Вот теперь ни в какую не оторвать ее. Ну, ей, конечно, эта игрушка на зубок. А котики бы поиграли, Сливка. Тебе поросенка взяли. Смотри, какой. Смотри, какой поросенок. Держи. Нет, игрушка котиков нужна. Как же так? Ой, какая Сливка. Котиков оббирает. Ой, ой, ой. Знаете что, почитала игрушку, игрушку-массажер для собак, написано «развивающая». Я подумала, что можно вообще использовать вот такую вот штуку, как лизательный коврик. Смотрите, вот сюда легко можно намазать паштет, и собака будет этим заниматься. Ну, правда, да, действительно, она может там пачкать пол или все такое, но это ничего страшного, если это очень классная развивашка. Можно попробовать. Но Сливка у нас с лизательным ковриком еще не знакома. Да, она нюхательный очень хорошо освоила, а вот лизательный еще нет. В общем, попробую. Ну, очень прикольная такая штука. Кстати, не задумывалась раньше, что вот такие коврики с сотами можно использовать как лизательные. Это все. Это этикетка деревянная. Ей она больше понравилась.